Все морепродукты выловлены из дикой среды на Дальнем Востоке, с берегов Сахалина, Камчатки и Мурманска. А это говорит о максимально высоком содержании полезных веществ, а также о правильных вкусовых качествах, подчеркивают в Сахалинке. Кижу, чнерка, палтус, чавыча, замороженные камбала, скумбрия и корюшка, горбуша и потрошенная кита. Здесь же можно приобрести любимые всеми хозяйками рыбный фарш и фишболы, к примеру, из дальневосточного лосося. Этот продукт – лидер продаж. В составе нет никакой химии, только три вида рыбы. Нет ни костей, ни хвостиков, ни е, ни консервантов. Только рыба, кита, нерка, кижуч. Ну и достаточно бюджетные цены, доступные людям. Всегда в наличии селедка из бочки и дальневосточная сардина и васи. А такой деликатесный морской продукт, как икра в Сахалинке, и на развес, и в различной упаковке. В любом случае, икра с Камчатки и Сахалина – природный экологически чистый продукт и кладезь полезных веществ и витаминов. Сейчас четыре вида икры – это самая вкусная, самая любимая людям икра. Помимо красной икры у нас еще икра черная, палтуса, желтая икра, белая икра. Вот вся, весь ассортимент, который может быть, все у нас есть. Очень вкусная продукция, наисвежайшая. Брала, могу рекомендовать всем. В Сахалинке излюбленные продукты любого гурмана. Камчатский краб, синий стригун в панцире в виде мяса, в том числе салатного. Гребенчатая креветка батан. Оценят гурманы и креветки дикие, северные и аргентинские. Ассортимент представлен полный, говорят основатели магазина, которые, к слову, сами Сахалина. Но если покупатель запросит самый эксклюзивный морепродукт, то Сахалинка доставит в Сочи и его. Сейчас магазин налаживает связи с Крымом. Свежайшие морские продукты скоро поступят на курорты оттуда. Магазин Сахалинка расположен в торговом доме Ярославна на улице Рос. Первый этаж, правое крыло. Сайт для ознакомления – ikrasochi.ru. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.